Продолжаем эфир. В городе Зайсан, Восточно-Казахстанской области, началось расследование причин взрыва котла в общественной бане. Один человек погиб, и еще двое пострадали. В регионе создали специальную комиссию. Погибший мужчина был владельцем объекта, двое пострадавших работниками. В областном управлении государственной инспекции труда сообщили, что несчастный случай будут квалифицировать как производственный. В управлении здравоохранения рассказали, что у двоих госпитализированных мужчин 39 и 32 лет ушибы. Они находятся под наблюдением врачей в районной больнице. Погибший мужчина был многодетным отцом. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. По предварительной версии, котел мог взорваться из-за высокого давления. Он отапливался твердым топливом. Одноэтажное здание частично обрушилось. На месте происшествия побывали аким области Ермек Кушербаев и начальник ДЧС Восточного Казахстана Ергали Бахаев. Зайсанским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 156, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.